Ну что, дорогие друзья, всем привет! Этот день настал. Сегодня 25 января. Сегодня по графику у меня должно быть 50 тысяч трофеев. Но черт возьми, ребята, я немного не успел. Я вам сейчас об этом расскажу. Поехали в игру! Итак, мы сейчас находимся уже в тиме 3 на 3. Со мной Ростик и со мной мини-кулер. Сразу говорю, на пацанов ссылки в описании. Подписывайтесь, не просто так подписывайтесь, а потому что я стримлю не только на своем канале, а еще и с ними на их каналах. Поэтому если вы не хотите пропускать пуши и все катки, то обязательно залетайте к ним. Ну а теперь, ребята, переходим к основной теме ролика. У меня сейчас 49 496. Смотрите сюда. Смотрите сюда просто. По отметкам в пути славы, это последняя отметка перед 50к тысячу трофеями. Короче, сегодня я должен апнуть 50 тысяч трофеев на прямой трансляции. Но по названию ролика, Холдик, а что ты не успел? Сегодня был техперерыв. В своем телеграм-канале я опубликовал, конечно же, об этом пост. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что даже в телеграме я публиковал пост про акцию. Вообще в телеграме много всего публикуется, можете зайти посмотреть. Помните вот эта акция, которая появилась на полчасика? Вот эта акция. Сейчас я вам покажу, у меня был пост в телеграме. Вот, смотрите, видите? Если бы вы были подписаны на мою телегу, вы бы эту акцию не пропустили. Поэтому ссылка на телегу в описании, холдик теле, нас почти 20 тысяч, залетайте. Но сегодня я опубликовал пост про техперерыв. Сегодня было изменение баланса, ребята, в игре. Оказывается, сегодня пофиксили грома, ему уменьшили урон. А также гаджет немножко пофиксили, и ульта теперь заряжается на одну тыку больше. Рикошета, ребята, тоже пофиксили. Теперь эффективность исцеления у него чуть меньше. Мэг пофиксили, теперь у него ульта заряжается не с 8, а с 6 попаданий. Ой, с 8, а не с 6. Мортису пофиксили пассивку. Сту уменьшили урон. И самое главное, ребята, самое главное, что для меня хорошо, это то, что бафнули Эша и Карла. Да, это плюс. Но, ребята, пофиксили Грома. Ну и также, смотрите, вот еще кого пофиксили, улучшили тоже, там еще чем Мэг немножко улучшили, Мортиса якобы улучшили, ну и кое-что исправили. Но я не успел апнуть Грома на косарь, мне говорили: Холдик, апай Грома, пока его не пофиксили. Всего лишь 900 трофеев на Громе, но я думаю, что на 1000 мы его запушим, даже с учетом того, что немножко фиксанули. Но жалко, он был имбой лютой, и, блин, я жалею, что я его не апнул. Его можно было на 1100 апать. Я думал, что его пофиксят в следующем обновлении. Короче, такая тема, немножко не успел я доапать, но не страшно, 50 тысяч все равно будут. Итак, у нас сейчас пик Пингвин, Сэнди и... 8 бит. Поехали, сделаем отметку 49 500 трофеев, друзья. Подписывайтесь сейчас все на канал, кто не подписался. Давайте наберем на этом ролике, блин, я не знаю, 40 тысяч лайков. И я сегодня на стриме заапаю 50 тысяч трофеев, ребят. Это будет невероятно круто, потому что, скорее всего, сегодня я пройду игру Бравл Старс. Но я... Знаете, сильно на это не хочу заострять внимание, потому что вы знаете, что моя цель конечная не 50 тысяч трофеев. Я уже как-то смирился с тем, что 50к это только как бы начало для меня, потому что я хочу попробовать запушить 55 тысяч. Не знаю, получится у меня или нет, но я бы рискнул. Я бы рискнул с вашей поддержкой. Если вы меня поддержите, то я бы реально попробовал бы. Вот, поставьте лайк, кто бы хотел, чтобы я на 50к не останавливался. Так, Ростика немножко вытянули, но я добью Пингвина. И не хотят никто собирать Стю. Так, я, может, немножко украду гемов. Да, немножко украл. И прикрылся, и прикрылся. О, отлично. Для Ростика это идеально, потому что у него есть телепорт. И я ему немножко гемов украл. Ростик, ты можешь не молчать. Вы можете разговаривать. Супер. А я все жду, когда же мне разрешат? Ну все, разрешаю, можешь говорить. Отлично. Что-то он так вытянул, неприятно было. Я даже, да, но... Телепорт. Ну, четенько, четенько, отбили, отбили. Блин, плохо, что... Нет, ну, Сэнди прям вообще супер заходит. Сэнди? Уже второй инвиз, да. Прям очень хорошо на контроле. Так. Супер. Это каточка победная. И, ребята, у нас сейчас станет 49 500 трофеев. Смотрите. Боже, я не верю, пацаны, я не верю. Смотрите сюда.
800 на этом. 49 504 трофея, друзья. Остается меньше, чем 500 кубков. Боже ты мой. Это последний рывок. Я сегодня за стрим должен апнуть, буду 500 трофеев. Я очень сильно на это надеюсь. Поехали, в следующий бой. Давайте теперь решим, когда будет трансляция. Смотрите, я могу запустить трансляцию вечером. Могу сразу после видоса. Давайте, если этот видос набирает 20 тысяч лайков сразу. Вот как только 20 лайков набирается, я запускаю трансляцию. Договорились? Ребята, и вы увидите просто исторический момент. Пройденная игра полностью. 50 тысяч, весь путь славы. Ладно, давайте я соберусь, каточка. Так, Пенни, кстати, можно тоже на косарь дапать здесь будет. Здесь Пенни очень хорошо заходит. Но мне Пенни плохо заходит. О, хорошо. Мартяга, мартяга. Давай, 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 давай. Получил две плюхи, найс. Да ты шо, гляньте, что я с Мортисом делаю, пацаны. Просто разобрал и уничтожил. Они подойти не могут, мы расфармились, это жесть. Что-то как-то пингвин слишком хорошо заходит. Что-то слишком имбово, пацаны. Походу пингвина на косарь. Так, какой косарь? Косарь это... Мне вообще всех надо на косарь юнита вапнуть, чтобы 55к было. Ну я готов, ребята, я готов это делать, если вы меня поддержите. Если вы хотите такой пуш просто серьезный до конца сезона. Еще 2 недели, ребята. Да ты что, Мортис вообще где он? Потерялся. Мы отправили Мортиса в отпуск. Просто имба. Просто имба. Смотрите, пацаны. Ой, тихо, 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 тихо. Смотрите, что я хотел вам показать. Я хотел вам показать, что до конца... А, нет, 12 дней, 12 дней. Ну, давайте 13, потому что этот день-то еще считается. Сегодня будет 50 тысяч, у нас остается 12 дней. За 12 дней 5 тысяч вполне реально апнуть. Если играть в таком же темпе, каком я играю. А я играю, ребята, по 16 часов. Я с утра просыпаюсь и целый день играю. Если я не стримлю, это не значит, что я не играю. Бывает такое, что мы можем 3-4 часа на месте стоять. У нас такое часто бывает. Но тем не менее, мы в итоге приходим к какому-то пику. Опа, громчик, ну что, тебя пофиксили, да, немножко? Давай посмотрим, что с тобой сейчас. В целом, ему дистанцию вроде ничего такого не понерфили, поэтому в целом он так как был хорошо на лайне, так и останется, но чуть-чуть уже будет, знаете, такой приземленный к обычным как бы людям. А то он немножко... Ну, чуть-чуть это... Ну, много себе позволял. Да, смотрите, чуть-чуть приборзел, его укутил. Не, ну такое, да, и чуть-чуть его припустили, так, знаете. Ну, чуть-чуть теперь, как Сэнди дамажит в старые добрые времена по 1260. Так, смотрите, он меня не выдержал и смылся с фланга. Я его и там достал. Смотрите, я его и там достал. 140 хп, чпоньк. Увеличиваем гаджетом. Давай, давай, добей, добей, пингвин. Да, добил, мой пингвин его добил. Да ты что, это же просто лютая. А, подожди, это мы здесь апали бита мне? Да. Офигеть, и рикошета, да, мы тут заапали? Или не, рикошета не тут? Не, на другой, по-моему. Это мы с Фиром играли, да? Да-да-да, с фирмы. Да, это была мощная карта. Вот тут мы сту апнули тебя без поражений, помнишь? А, точно, что мы записывали... Подожди, мы на каком-то... Да-да-да. Шли без поражения вообще, да. Да, это сту был. Не, карта тут... классная, мне кайфово на этой карте играть. В общем, пока, ребят, идет легко, легчайше. Короче, а что я на видос вам-то буду целый час играть? Я... Давайте на стриме трансляцию запустим, ребята. Вы же хотите увидеть трансляцию? Смотрите, 49 518, уже поехали еще каточкой. Не могу остановиться. Сейчас уже 49 600 будет, пацаны. 50к трофеев, они уже рядом, они уже... Давайте эту последнюю катку выигрываем и погнали запускать трансляцию. 20 тысяч лайков. Поехали. О, Мортис. А у них роза еще, что-то фиг странный. Слушай, ну, я вчера на справоте играл. Мне чуть-чуть на этом проще. Так, у нас Тара тут на... А, не. А, да. Там роза у вас. Да, знаем. Да. Не можем найти где. Хороший инвиз. Ой, все нормально.
Я подберу. У Розы Гема. Блин, у меня Wi-Fi знак, что-то такое. Тихо. Хорош вообще инвиз. О, пингвин пошел на фуле. Пацаны. Ой-ой-ой, по двоим дал. Так. Проходи. Ой, Тара так хотела затянуть. Но немножко не выжила. Дизлайки кидают. Да, дизлайки кидают. Да. Ой, эти мои маленькие, идите сюда, пупсики мои. Покрутимся тогда в ответ. Ребята, наказаны. Челики, лалью. Коробкам. Два лалью. Короче, ребяточки. Ну что, блин, 50к, я думаю, это вообще, это, ну, прям легчайше сегодня залетит. Но я не могу, ребята, на это событие не обратить внимания. Я вас всех приглашаю на сегодняшнюю трансляцию. Сегодня быть абсолютно всем. Сегодня легендарный стрим. Сегодня последний стрим на пути славы. Последний стрим на пути славы, я имею в виду. После пути славы будут еще кубки. Короче, давайте догоняйте. Ой, догоняйте, боже, приходите, догоняйте, это я подумал про Пашу, Ауру, Май Арткула, но они тоже уже на подходе, я думаю, через пару дней у них тоже уже будет 50к, вот, поэтому, ребятки, ну, мне 50к мало, я пойду дальше, поэтому мне надо газовать и каждый день газовать, и я не остановлюсь, 50к апну, я в таком же темпе продолжу играть дальше, но сегодня вы обязаны быть, потому что сегодня легендарная отметка. Ну что, всем пока, увидимся на стриме. Жду вас всех. Пока-пока.